У нас, как у родителей, уважаемые братья, многие из вас родители, есть очень большая ответственность перед Аллахом Сабхануватиале. Поэтому хотелось бы напомнить нам, с точки зрения Корана и Суны, какие шаги мы с вами должны предпринять. аль может быть, многие из вас эти шаги используют в воспитании детей, эти методы в Коране Корана и Сунны. Хотелось бы нам напомнить первое, что мы должны делать от Дуа, без Первое, что просить за них Дуа, за своих детей. Как часто мы просим дуа за своих детей в на намазе? Как мы часто просим за своих детей? Ибрахим, алейсалям, тот, который строил Каабу с Исмаилем. Ибрахим, алейсалям, тот, который уничтожил идолов, строил Каабу и просил дуа. Обереги а меня и моих детей от поклонения идолам. Субханаллах, ты же их разбил, Ибрахим, алейсалям. Ты же уничтожил идолов. Ты же построил Каабу. Ты про, отец всех пророков, ты муахид, который Аллах тебе говорит, то что ты единобожник. Ибрахим, алейссалям, был один человек как община, был покорный Аллаху Субхану. Был единобожником, и не было числа многобожников, несмотря на это, он просил Дуа за себя, за своих детей, отдали меня и моих детей от поклонения идолам. Такие вот дуа в Коране приводятся. О, Аллах, сделай меня из тех, кто выстаивает молитву, и мое потомство, чтобы выстаивало молитву. Эти все дуа приводятся в Коране. О, Аллах, Субханан, даруй нам из наших жен и наших потомств, которые бы который бы радовал наше око. Сделай так, чтобы потомство было нашими мусульманами. Вот такие дуа, просили пророки, а что говорить уже за нас. Поэтому Закария, алейхиссалям, хунали да'а Закария Рабба». Закария, алейсалям, просил Аллаху, субхану дай мне хорошее потомство. Поэтому до того даже, как еще женился, ты можешь просить у Аллаха, субхану ва потомство чтобы Аллах Субхан дал хорошую супругу, чтобы Аллах Субхан дал, даровал праведное потомство. Хадифи, который охраджаху имам муслим, ла тадиу аля инфусикум илля бихаир, ва ла тадиу аля ауладикум, фа инна лмалайката на аля ма тагулун. Сахих муслим. Пророк Саллаху сказал, не делайте дуа против самих себя, и не делайте дуа против своих детей, поистине ангелы говорят, амин на ваши дуа. То есть, субханал, даже ученые говорят шутку, что-то он там сделал, эй, ты балбес, Подзатыльник дом. Он вырастет балбесом потом. Не удивляйся, ты отец твой. Эй, дурак глупый, ты что делаешь? Нет. скажи, Субхану, ну ты же умный. Ты же субхан... Акль, у тебя же есть разум, ты же умный, ты же послушный. Вот так вот нужно относиться к своим детям, потому что эти наши слова идут как дуа против наших детей. Второе. Рахма. Мы должны относиться мягко к своим детям. аль-атов, Именно вот с, с нисходительностью, с мягким сердцем к нашим когда мы наших сыновей, дочерей целовали в голову, как я тебя люблю, мой сыночек. Поэтому слово, которое выходит из твоего сердца, заходит в сердце твоего ребенка. Каждый из нас, наверное, сейчас вспоминает своих родителей, да, братья? Когда-то папа так посмотрел, похвалил и так сказал слово, которое вышло из его сердца и зашло в твое сердце. Вот такие слова почаще применять по отношению к своим детям. Они это чувствуют. يأتي سنة بروك محمد صلى الله عليه وسلم بروك محمد صلى الله عليه وسلم قبل حسن رضي الله عنه كتب حديث الذي برواية سات أبو هريرة رضي الله عنه في صحيحين في البخاري ومسلم بروك محمد صلى الله عليه وسلم بتصلى صو بنوك حسنة يراد مسلم الأقرع تميمة الأقرع تميمة يتقدا هذا الأقرع تميمة يقول بتشموتي بتصلى صو بنوك كشاستة بواي Кто-то берет своего ребенка, обнимает, там его целует. что ты его берешь, ребенка? Не надо его брать, там не целует его. Пророк, саллаху, салам, сахабами поцеловал хасана своего внука. Иль атра атамими сказал: у меня 10 детей, ни одного из них я не целовал. У меня 10 детей, ни одного из них я не целовал. И смотрите, как Пророк Мухаммус ответил, Би-аби-я-ва-ум-ми-хуа, Саллаху Хадиф, Рахам, Тот, кто не проявляет милость, пусть не ждет милости Аллаха по отношению к самому себе. Тот, кто не проявляет милость, пусть не ждет милости Аллаха по отношению к самому себе. Пророк Мухаммад проводил хутбу, то есть важное событие, хутба. Пророк Мухаммад на мимбаре, приводит этот хадис термиди. И вдруг проходит Хасан и Хусейн, маленькие дети пробегали мимо. Пророк Мухаммад смотрит на них и не мог проявить сабр, « Pentazbir», Спустился с мимбара, взял их двоих и положил к себе. Вот так посадил пророк Мухаммад, и продолжал проводить худбу. И потом прочитал ая. Знаете то, что ваше имущество и ваши дети фитна. Фитна, смута. И он сказал, я даже не смог проявить по отношению к этой красивой украшении смуты детям, сабр оставил свой хадис, оставил свои слова и взял их и посадил рядом с собой, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. ютилю сужуд, саллаллаху алейхи хусейн ракиба аля Пророк, саллаллаху алейхи васселям, долго был в сажде, когда молился, долго в зимних поклонах находился. И когда в очередном земном поклоне Хусейн, раддаллаху аньху, сел на спину пророка, وسلم, залез на спину посланника Аллаха, алейхи И тогда от э, Ибн Шиддада, ан Абихи, приводится этот хадис. Рафаат тогда я говорю, поднял голову, посмотрел и увидел, что Хусейн на его спине. Сахаба Ибн Шаддад говорит, я увидел, как Хусейн на его спине, на спине пророка Мухаммада, посланник Аллаха в сажда. И потом, когда он дал салям, сахабы удивились, почему он так долго был в в земном поклоне. Кто-то из подвижников спросил, а он зеля вахи, я расул Аллах. О, посланник Аллаха, ты был в к тебе пришел Джибраил, алейсалям, от с откровением, с вахи. Хадиса Амр, что-то случилось, что-то, какой-то приказ новый от Аллаха, он не спасла Аллах в Коране. На что пророк, саллаху алейсалям, сказал, аля дали калам якун иртахалани ассаби»

فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلات في صلاته ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه رواه البخاري. بروك صلى الله عليه وسلم قال يا قارئ تكبير نشتت نشتت نماس. хочу долго читать намаз и слышу как ребенок плачет и я знаю как он хочет сильно найти свою маму и я быстро заканчиваю читать намаз говорил Пророк محمد صلى الله عليه وسلم. Следующее по отношению к العدل عن نعمان بن بشير رضي الله وصليم وصليم. بشير عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم от نعمان بن بشير رضي الله عنه приводится то что его отец пришел صلى الله عليه وسلم نعمان بن بشير был маленьким он его отец صلى الله عليه وسلم и نحلت هذا غلاما я этому ребенку подарил подарок вот этому فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدك نخلت Тогда про сказал, каждому из своих сыновей, у тебя помимо него есть другие сыновья, каждому из них ты подарил подарок? قال, Он сказал, нет, только ему. То есть бывает один такой, среди сыновей, может быть, кого-то там бывает больше к ним какое-то отношение, но несмотря на все это, подарки, Какие-то, когда ты покупаешь своим детям, должен справедливо каждому дарить, не только одному, не только одному что-то покупать. И тогда Пророк Саллаху сказал, как подобно, как и этому сыну, всем сыновьям подарил, нет, только ему сказал. Факал Расуль Саллаху Говорит, верни, забери у него обратно. Забери, не давай только одному сыну. Это хадит приводится Сахиль Бухари Муслим. И потом Пророк Саллаху сказал ему, задал вопрос. А я сюррук аньякуну лакафиль бирри сева'а. Хотел бы, чтобы твои сыновья, когда вырастут, праведным, должным образом одинаково все бы к тебе относились? Он задумался, говорит, да. Вот как ты хочешь, чтобы твои дети одинаково к тебе относились праведным должным образом, так же и ты к своим детям относись с справедливостью, сказал пророк Мухаммас, алейхи вассалям. Поэтому Прок Мухаммаслаху алейсалам сказал, Бойтесь Аллаха, и справедливо относитесь к своим детям. То есть каждому этому купил что-то, и этому купи. Этому подарил, и этому подарил. Не выделяй одного из своих детей. Рабахул <der> Бухари. И следующее, на что мы должны обратить внимание во время воспитания своих детей, уважаемые братья, мы должны быть благим примером для своих детей. Мы должны быть благим примером для своих детей. Почему? Потому что сын берет от своего отца, мама берет от своей дочки. Не то, что отец говорит, а то, что отец делает. Субханаллах, бывает, помню, когда мы до того, как учился в Саудии, учились в Альметьевске, в Татарстане, в арабской школе, и Тогда мне было 14-15-14 лет. Мы ездили с диалатом выходным, то есть практиковали те знания, которые брали в деревне, в Татарстане, в город Альметьевске. Там большие такие мечети есть. Много в Татарстане там татнефть, нефтяники, и каждый, кто-то у себя в селе строит мечети. Но, субханаллах, на джума, на пятничную намаз два 2-3 человека приходило только. И вот мы нас отправляли с мадрася, мы туда приезжали, уроки проводили, дялать, призывали к Аллаху, Субханутиа. И помню, пришел один, один мужчина, мы его увидели около, там, около мечети, он такой был, так скажем, пьяный, то есть э, в пьяном виде, тогда мы что-то что, -то, что -то хотел он к нам пристать и так далее, мы с ним пообщались. И потом на следующий день, когда он протрезвел, ему стало стыдно, и он пришел, зашел в мечеть, попросил извинения. И когда он был в пьяном виде, там, ругается своей женой, там дети бегают, все это видят. И он пришел со своим сыном, одели тюбетейку ему, такую традиционно. И потом я ему задал вопрос, я говорю, как ты хочешь, чтобы твой сын был так же, как ты? Хочешь, чтобы твой сын тоже вот так вот ходил по улицам пьяным, так же вот, чтобы его пристыдили вот так вот, как тебя вчера. Себе сейчас вот неловко, ты пришел просить прощения, мы что там, тебе в сыновья годимся. Он говорит, нет, не хочу, говорит. Я говорю, а как ты думаешь, как твой сын будет, когда вырастет? Я ему говорю, что нельзя, говорит, пить алкоголь. Нельзя курить. Я говорю, ну ты же показываешь ему своим примером, что можно. Он от тебя, он как губка все впитывает. Поэтому наши дети не смотрят то, что мы говорим, они а смотрят то, что мы делаем. Поэтому мы должны быть примером, уважаемые братья. То есть для нас масялия, для отца, как пророк Мухаммад сказал, каждый из вас пастух, и отвечая за это в своих действиях, в своих словах, в своем поведении, мы пример для своих детей. Мы пример для своих детей. Поэтому даже когда нас не будет наши дети будут говорить, мой отец так поступал, мой отец так делал. И если посмотреть вообще в историю народов, в историю умом общин, читать Коран, размышляя над Кораном, смотрим то, что увидим то, что ин хираф умам асабика фасад абухум. Если мы видим то, что те уммы, которые были до уммы пророка Мухаммада, и почему они сбились с прямого пути, почему они поклонялись идолам, почему они отдалялись от Аллаха, из Корана мы можем заметить то, что, что они смотрели на своих отцов, как они поступали. Они брали пример со своих отцов. Кауму Нух, Нух, В Коране приводится его история. Народ его, Нуха, алейсалям, что сказал, когда он призывал их к единобожию? لتعبد على الله سبحانه وتعالى. قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما الله لم نسمعه إبراهيم عليه السلام قدم الله سبحانه وتعالى أطلب منهم تطلب هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Когда Ибрахим Али задал вопрос, что это за идолы, которым вы поклоняетесь, которым вы делаете сяжда, отвечали, а я в Коране, и народ Ибрахим Али отвечал, мы застали своих отцов, поклоняющих этим идолам. Муса когда его народ обратился к нему, когда Муса Али призывал поклоняться одному Аллаху Субхану и отзывал от поклонения Ферауна и других идолов, на что отвечали Ему народ... Ты пришел сюда, Мусы, для того, чтобы отдалить нас, отвернуть от того, чему поклонялись наши отцы. То есть отцы поклонялись идолам. Салих, алейсалям, когда призывал к единобожию, его народ говорил... Ты нам запрещаешь поклоняться тому, кому, чему поклонялись наши отцы. То есть смотрите, везде отцы, отцы, отцы идут. Куфару Курайш, Курайшиты, которые не последовали за пророком Мухаммадом, саллаху алейхи когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи призывал к одному поклонению Адаму Аллаху, субхану ва они отвечали, قالوا, инна أمة, мы застали таких наших отцов на этом пути и мы будем идти по их пути отвечали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, если отец обманщик, то его дети будут такими, будут брать от него и будут обманывать, как отец. Иртыкабуль маасы, когда отец совершает грехи, дети от него видят, также его дети будут говорить то, что мы видели отца нашего, который был для нас примером, он совершал такие деяния. И также фильм Мукабель, также противоположно, если мы с вами, уважаемые отцы, будем примером в красивом ахляке, в красивом нраве, в религиозности, в намазе, в Коране для своих детей, то и наши дети, би идни субхану Та'аля, -та -та Аллаху субхану ва -та также они будут праведны, инша ва А если наши будут дети праведны, и в этой жизни мы будем спокойны. И в этой жизни мы будем спокойны, если наши дети в намазе. что может быть более величие, милость Аллаха, приходишь, твои дети Коран дома читают, приходишь. Ты тут намаз читаешь, коврик постелил, там твой сын, тут твоя дочка, тут твоя супруга, тебя Ты уходишь из этой жизни, ты не переживаешь, знаешь, что они тебя помоют, знаешь, то, что они за тебя будут делать дуа, знаешь, что они будут делать благие деяния. Какая великая милость! Но чтобы эту великую милость получить от Аллаха, мы должны с вами брать причины. И вот эти вот четыре вещи, которые, помогут нам с вами, это не мои слова, мы ссылались на Коран, на аяты Аллаха и на достоверные хадиты, из сунны пророка Мухаммада, Я прошу Аллаха, субхану атаку, чтобы мы были примерами для нашего потомства, для наших детей, чтобы после нашей смерти мы оставили праведное потомство, о которых сказал пророк Мухаммад, алейхи Их книга деяния открыта, благие деяния им записываются. والوالد الصالح يدعو له بتوجيه دعاء وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين